Ой, все, я же сказала тебе. Привет, знаете, о чем подумала? Сихарюсь, такая девочка. Смотри, что я вам купила. Тут написано девичник для сестрами, видишь? Да. Это вам, вот это вот маленькой Виталиночке отдадите, а это вам с Анжеликой вот будете читать это вместе, да? Ладно? Ага. Виталиночка, смотри, какой телефон у тебя теперь Барби будет, и очки Барби, ладно? И вот еще. Зайка. А мальчикам вот такие вот, я не знаю, там, по-моему, два журнала и две игрушки, точно не знаю, посмотрите, ладно? Спасибо. Вот такой вот журнальчик. Вот. Знаете, шоколадку будем делить, ладно? Да. Все, пойдемте. Мама с папой уже Зажались. Готовы? Да. Что такое? А, уже. Я еще с машины не вышла, может, за ручку берет. Вот пойдем. Пойдем. Да? Гуляем по парку Виктория. Видим только. Здесь такой фонтанчик. Никита у Рушана. Настенька со мной идет за ручку. Аккуратненько. Проходим. Холодная? Такой в японском стиле. Все. Вон сова сидит. Ключи, замки. Ну это, наверное, на счастье вешаю, да, вот сюда? Угу. Замочки. Так, берегись голову. Мам, ну как же я тебе показали? Сколько на меня камень? Ты звезда. Кто? Не знаю. А кто в багажник сядет? Ну, садитесь, поедем. Так, этот называется... Я хочу за руль сесть. За руль хочешь сесть? Да. Ну давай. Пофотографируешь нас, Рушан? Настенька, садись на меня. А ты встань, ты маленькая. Встань, тебя не видно будет. Вставай. А ты сядь, ты тоже старше, сядь. Давай, мы все это делаем. Давай, иди сюда. Ну что? Ваше высочество, вам удобно? Да. Кто там? Никита? Так, автопробег профсоюза. 70 лет Великой Победе, 110 лет профсоюзом России, 25 лет ФНПР. Это, скорее всего, вот этот пробег нас... от Севастополя. Вот здесь я так и залезу. Да Богодана. Да, в России, в Сочи, Пятигорск. Ого. Какой пробег был. До Магадана. Подождите. Как всегда, в центре детского внимания, да? Ну да, по очереди. Очередь. А это дракон. Да, дракон. Святой Георгий Победоносец. Сейчас. Согласно житию, святой Георгий родился в 284 году в Палестине, в семье богатых. Дариночка, а ты маленькая, давай туда не пойдем. Дариночка, зайка, идем ко мне. Залезли, да? Да. Что у вас, фотографировать? Да. Работает! Ой, ты моя хорошая, давай. На ручки, да? На ручки. Ой. Давай. Ты пошел лечиться, что ли? Это доктор Айболит. Ухо подставляешь.
В темноте, если бы я увидел даже фары, я бы попытался избежать встречи. Полечился? Там все вроде вода. Там вода проходит. Правильно называется, вначале было видно. Здесь вода из скважины номер 17. А здесь можно попить из скважины номер 4. Вот она бывает теплая, горячая, холодная. Это какие-то греческие герои. Вот не знаю я, как связана Греция с минеральной водой. Кто знает, напишите. Синтуками. Такой фонтан. Красивый. Что там есть? Монеты грибного царства. На счастье. Барышевские монеты. Сколько? 5 рублей. 5 рублей? Да. 1 рубль. Монеты. Баба. Что там? Рыбки. Ну, какие-то такое, это рыбки. Федерация профсоюза Ставропольского края, санаторий Виктория. А это вообще как бы музей воды или что? Это санаторий. Это вот санаторий. Ну, это санаторий, а вот это здание, как оно называется? Это питьевая галерея. Питьевая галерея. Захотел попить. Здесь, наверное, сам Лев Толстой пил. Пушкин. Все писатели. Здесь такой зимний сад. Пальмы. Сейчас попробуем водичку. Минеральная вода. Бутылки не отпускаются. Ой, она горячая. Как горячая? Она и вправду горячая. А где Алексей? А почему она горячая? Она такая должна быть? Максим, у тебя тоже горячая вода? Холодная? Холодная. Рушан. А, смотри, здесь написано теплый, горячий. Ты сам набрал. Давай. Похолоднее? Ну, тепленькая, но чтобы горлышко не заболело. Ну, нет, лучше вылей мне холодный, не заболей. Можно там же, вон, видишь, есть, сливается туда. Это тоже горячее? Тогда вылей вот сюда и набери холодненькой. Попей. Угу. Ой, ты хороший. Альпинистка? Уже страшно. Мне страшно не есть. Да ей-то не страшно, она же вниз не смотрит. Так, я тебе уже не допаду. Слазь давай. Слазь. Отцепляйся. Слышь? Слазь, я говорю. Все, давай. Вниз. Вниз, давай. Вниз, слазь. Давай, вниз, аккуратно. Вниз, давай. Вот так. Теперь ты будешь лезть. А слазить как будешь потом? Да, не ты, по-другому что-то не а ничего, не боится. Да.
как ты делаешь? Вот она в воду как любит, да? Или она все любит? Не надо, она все. Решили собрать каштанов. Врезается, в это вставляется часть вот сюда. Вот в эту дырочку бросается хлебушек и бросается в воду. Рыбка туда заплывает, а обратно она выплыть не может. И вот так в детстве мы ловили мальков. Давай, потихоньку, а то у тебя такое платье красивое. Не хватало еще, чтобы в грязь упасть. Давай, молодец. Среди поля. Одуванчик. Ой, молодец. Ой, да. Прибежала, да? Прибежала. Ой, ты хорош. Нет, нигде хлебушка. Готова? Ну, если у нас там круассанчик или там какой-нибудь пряник. Сейчас пойдем. Так. Смотри, аккуратно, Дарина, не ударь дверкой. Ей больше всех надо, видишь? Тихо. Дарину никто не трогайте, упадет. Все туда, залезли. Так смешно за этим наблюдать. Ах, никак не получается. Ей туда надо. Дарин, оно тебе надо в таком платье лазить по грязной машине? Иди к маме, мама! Мама там, иди к маме. Так ты ее запустила прям. Ой, побежала. Ой. Там дырки нужны дальше. Взлетел. Жук взлетел. Так. Прилетел. Рыбалку. Всей компании. Да, вот байки стоят. Рыбачка сидит. А что пригорюнила? Деточка. Виталиночка. Где блогеры? Рушан много поймал? Вернулись с рыбалки. Без улова. А где? Где рыбка? Мы там уже костер развели. Да? Виталина! Виталиночка, сколько рыбок поймали? А? Виталина так рассматривает Рушана руки и видит, что ничего. Все, сама не залезем, да? Люблюсь, когда будет? Вот так вот. Че, Рушан пришел? Вот тут вот, видишь, пристегивайся. Давай, пристегивайтесь. Тебе будет удобно? Сейчас я пойду успокою девочку. Сейчас поедет. Настя, а ты же мне обещала не плакать больше. Чего ты плачешь? Ты хотела в машине ехать большой? А Диана с кем будет ехать? Она же с тобой хотела тоже поехать. Чего ты плачешь? Она сейчас сюда придет. Диана-то с тобой хочет. Она что, она... Сейчас Диана будет плакать, скажет, я с Настей хочу ехать. И что делать? Давай, переставай плакать. Ладно? Сейчас Диана рядом с тобой сядет. Дарина еще не ехала. Иди давай, иди сюда. Дарина, ты иди сюда. Нет, сейчас... Девочка, вон... Вы провожаете, да? Нет, девочка, вон, плачет. Ничего страшного. Давай, Настенька, я сейчас здесь поплачу посерединке. Так, все, поехали. Только не быстро, а то мы потеряемся. Ой! Приехали мы уже. Паркуемся. Дерево ломаешь! Ты что дерево ломаешь? А дерево не видно, да?
Так, надо Виталиночку теперь снимать оттуда. Ай, зайка такая. Ты звонила, да, мне? По новому телефону не звонила? Все? Так. Вылазим? Так, это мое. Сам лазишь. А почему мусор как вверх ромашками? Можешь ее как-то поправить? Ветку! Ты ветку с собой забираешь, что ли? Нет. Я ничего не забираю. Рушан, давай мусорку нормально поправь, а? В самом деле. Это не я. Это ты ее перевернул. Это не я. Она нормально стояла. Это мусор. Рушан, нормально мусорку ставь. Ты машину снес ее. Так же, как и дерево. Нет, это давай. Так было. Так, ставишь еще раз? Это не мы взрослые. На, покажи. Запомнил? Да. Так, неправильно. Ты какой пишешь? Правой. Так. Так, держишься. Так. Отпусти. Отпусти. Пока есть Ессентуки. Следующая остановка.